Ну, очень напряженный матч по содержанию. Хорошо, что победили. Спасибо за победу. Я думаю, что команда была настроена хорошо в начало игры, начало первого периода. Мы играли очень активно, там были хорошие моменты. Ну а опять наша болезнь, что не забиваем. Не забили и потом, когда первый большой шанс соперника, проигрывали 1-0. Но потом сравняли счет в меньшинстве. Ну опять второй и третий период без гола. Поэтому проиграли. Мы забили 2 шайбы в последних 3 матчах. Это одна вещь. Вторая наша игра в большинстве. Там играем очень-очень неудачно.